На заседании правительства Магаданской области сегодня рассмотрели стратегию развития туризма в регионе до 2035 года. Как признала министр культуры и туризма Колымы Людмила Горлачева, развитию этого направления мешают ряд проблем. Недостаточное информирование о внутренних туристических направлениях. Есть у нас такая проблема. Их много, я укажу только несколько. Дефицит качественной круглогодичной туристической инфраструктуры, дефицит квалифицированных кадров в бизнесе и государственном управлении. Основными инструментами поддержки отрасли и мероприятиями будут являться развитие туристической инфраструктуры и создание качественных турпродуктов, совершенствование управления в сфере туризма и создание территориальных планов туристического развития. С точки зрения министра культуры и туризма Колымы, наиболее перспективные туристические объекты – это кластер Магаданский, строительство марины в бухте Нагаева, туристический центр на острове Завьялово, санаторий Талая. Завершат разработку стратегии в сентябре этого года. С учетом того, что разработкой стратегии развития туризма в Магаданской области занимается национальный лидер. Во-первых, у вас там вот здесь на слайде 4700 рабочих мест. У вас слева от вас находится целый министр труда и занятости, значит, товарищ Кучеренко. Хотелось бы, чтобы параллельно с этими амбициозными целями, которые мы провозглашаем, то есть параллельно мы знали, как их достичь. Если 4700, кто это люди, значит, где они сейчас находятся, значит, готовы ли они работать в этой сфере. Но прежде всего развитие туризма, если мы реально собрались этим заниматься, а мы вроде бы собрались заниматься этим по-взрослому, по-серьезному, он требует развития или приведения в порядок, в нормативный порядок инфраструктуры муниципальных образований. Потому что турист, приехавший один раз, должен рекомендовать, по идее, приехать к своим друзьям, знакомым, родственникам. Самое главное, должно быть желание приехать еще раз. Значит, ну, если он будет видеть, значит, у нас есть такое, к сожалению, разруху. Один раз интересно посмотреть, второй раз нет. По мнению главы региона, развитие туризма в Магаданской области невозможно без изменения отношения к своему родному городу, его облику. Также Сергей Носов высказался за направление на учебу и повышение квалификации местных кадров на базе университета национального лидера.